Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть на уроке музыки для деток 7 лет, для старшеньких. Ну что, пока другие ребята к нам присоединяются, давайте мы с вами поприветствуем друг друга, похлопаем в ладошки. Здравствуйте, ладошки! Хлоп, хлоп, хлоп! Здравствуйте, ножки! Топ, топ, топ! Здравствуйте, щечки! Плюх, плюх, плюх! Пухленькие щечки! Плюх, плюх, плюх! Здравствуйте, губки! Здравствуйте, зубки! Здравствуй, мой носик! Бип-бип-бип! Здравствуйте, гости! Здравствуйте! Привет-привет! Давайте под музыку поздороваемся! Здравствуйте, ладошки! Берем наши с вами рули и поедем на дачу в деревню. Поехали, Камилая, в деревню мы с тобой. Поехали, Камилая, в деревню мы с тобой. Там курочка по зернышку кудах-тах-тах. Там курочка по зернышку кудах-тах-тах. Поехали, Камилая, в деревню мы с тобой. Поехали, Камилая, в деревню мы с тобой. Там гусочка по семечку, га-га-га. Там гусочка по семечку, га-га-га. Вот так ручкой поддерживайте. Поехали, Камилая, в деревню мы с тобой. Поехали, Камилая, в деревню мы с тобой. Там поросенок хрю-хрю-хрю, а коровка му-у-у. Вот какая коровка. Ну, давайте, берите рули и поехали. Ребят, ну что, давайте мы с вами будем вспоминать дыхательную гимнастику. Итак, представляем, как будто мы надуваем большой воздушный шар. Мы животик в себя втягиваем, вдох берем носом. И вот все, что там мы набрали нашими легкими, мы будем выдыхать на звук ц. Ну, можно, или ц, ц, ц. Так. Давайте набираем дыхание и выдыхаем. Лопнул шарик. Ну-ка, давайте еще разок.
Молодцы. А подольше можете? Ну-ка, давайте. Лопнул шарик. Молодцы. А еще разочек давайте. Долгий самый. Лопнул шарик. Ребят, а еще есть такое упражнение, тоже дыхательное. Мы набираем также дыхание по такому же принципу. Только выдыхаем на звук и вот так. Сейчас выдохну. И как можно дольше нужно выдыхать. Попробуйте дома и засеките секундомером. Хотя бы 20 секунд должно получаться. Проверьте свои легкие и свой дыхательный аппарат. Ну что, теперь давайте мы с вами артикуляционную гимнастику сделаем. Артикуляционную, чтобы текст у нас был четкий, ясный, понятный, чтобы всем было понятно, что мы говорим. Чтобы мы не проглатывали окончания, чтобы у нас хорошо работали все мышцы лица. Ну что, давайте мы с вами будем надувать щечку одну, другую, растягивать вот эти мышцы. Язычком. Язычок теперь у нас растягивается. Делайте, делайте. А теперь вверх-вниз, вправо-лево. Я быстро делаю, но вы можете делать медленнее. Хорошо. Так, что мы теперь делаем? Мы надуваем, не надуваем, а вытягиваем наши губки, как уточки, клювик вперед. Уа, только шепотом. Молодцы, вот тут все мышцы работают, да? Когда так делаем. Хорошо, молодцы, ребята. Все вы знаете, все умеете. А теперь давайте скороговорку с вами скажем. Смысл искать в ней не надо. Это просто набор слов. Купи, кипу, пик, пик, кипу, купи. Купи, кипу, пик, пик, кипу, купи. Кипа — это большая стопка чего-либо, как какой-то... каких-то книг, вот, скажем так, книга, это кипа книг называется, кипа. А пик — это просто, ну, как имя собственное здесь используется. Купи, кипу, пик, пик, кипу, купи. Давайте вместе, вот как будто зеркало поставили, вот. И вот так слова зеркально. Купи, кипу, пик, и наоборот, пик, кипу, купи. Купи, кипу, пик, пик, кипу, купи. Купи, кипу, пик, пик, кипу, купи. Получается, ребят, можно медленно. Если у кого-то не получается, лучше медленно сказать. Купи, кипу, пик, пик, кипу, купи. Только очень четко, такие должны быть острые губы. Купи, кипу, пик, пик, кипу, купи. Молодцы, ребят. Ну что, теперь давайте вспоминать, сколько нот у нас на свете живет. Вы у меня, ребята, взрослые, уже все знаете. Нот на свете ровно 7. И они известны всем. Давайте мы с вами споем вот с этой нотки. Нот, вдох. Нот на свете ровно 7, и они известны всем. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Хорошо, ребят. Теперь у меня к вам вот такой вопрос. Скажите мне, ноты я бросаю голосом, когда пою? До, как будто выдох такой. Ре, ми. Или я их соединяю, как будто глажу, глажу, вот так. До, ре, ми. Да, второй вариант. Я их как бы глажу голосом. И это называется правильный вокал. Мы соединяем наши ноты. До, ре. На одном дыхании
мы как бы вытягиваем связочками. Поняли, да? Хорошо, теперь давайте попробуем по две нотки. До, до, ре, ре. Частая ошибка ребят, что они делают как бы отрывисто. Вот так. До, до, ре, ре. Так не нужно делать. Нужно гладить нотки. До, до, ре, ре, ми, ми. Давайте попробуйте. Вот с этой ноты. До, 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 ре, ре, ми, ми, фа, фа, со, со, ля, ля, си, си, до, си, ля, со, фа, ми, ре, до. А теперь мы с вами будем показывать зубки, как тигры рычать. Попробуйте. Видите, как широко я открываю ротик? Вдох. Можно дуру, если у кого-то рр не получается. Еще. А теперь вот такую маленькую песенку. Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес, две трубы и сто колес, машинистом рыжий пес. Давайте слова скажем. Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес, две трубы, сто колес, машинистом рыжий пес. Четкий текст. Поехали. Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес, две трубы и сто колес, машинистом рыжий пес. Еще. Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес, две трубы и сто колес, машинистом рыжий пес. Молодцы, хорошо. Давайте теперь вспоминать нашу песенку новую «Светит солнышко». Очень запоминающуюся песню, но немножечко сложная. Хорошо, давайте мы с вами начнем с самого начала. Выучим куплет. День открылся на заре золотистым ключиком. Чтоб досталось на земле каждому по лучику. Чтобы пальмы подросли и березки с елками. Чтоб весною соловьи на ветвях защелкали. Текст у нас есть в ленте. Давайте попробуем под музыку. Я сейчас напомню вам мелодию. День открылся на заре золотистым ключиком, чтоб досталось на земле каждому по лучику. Чтобы пальмы подросли и березки. Хорошо, давайте возьмем наши инструменты. У кого что есть? У меня бубен. И будем просто проговаривать текст, стучать ритм этой песенки. Итак, день открылся на заре. Да, все ровненько. Нотка последняя подольше. Смотрите. День открылся на заре золотистым ключиком. Чтоб досталось на земле каждому по лучику. На самом деле мы обычно на уроках с ребятами эти вот слова новые повторяем много-много раз, чтобы они запомнились. Чтобы вы не думали, что мы просто так их по 100 раз повторяем. Давайте вместе попробуем еще разок. День открылся на заре золотистым ключиком, чтоб досталось на земле каждому по лучику. Вот здесь мы остановимся. Я откладываю свой инструмент, беру маракас. Вы со своим инструментом остаетесь. Просто я вас немножко подержу сейчас. Я играю мелодию, мы с вами вместе поем и стучим. Ну или шуршаем, у кого что есть. Вдох. День открылся на заре золотистым ключом.
когда мы ее пропоем раз 20, она у вас так легко уляжется, что потом будете еще на несколько лет вперед ее помнить. Давайте еще разочек. Будь проста песня. И день открылся на заре золотистым ключиком, чтоб досталось на земле каждому паучику. Хорошо, а дальше давайте попробуем. Сможем дальше? Давайте. Чтобы пальмы подросли и березки с ёлками, чтоб весною соловьи на ветвях защёлкали. Я беру бубен, мы просто с вами слова говорим. Чтобы пальмы подросли и березки с ёлками, чтоб весною соловьи на ветвях защёлкали. Слова такие, стучим ритм. Чтобы пальмы подросли и березки с елками, чтоб весною соловьи на ветвях защелкали. Еще раз, чтобы пальмы. Чтобы пальмы подросли и березки с елками, чтоб весною соловьи на ветвях защелкали. Хорошо, откладывайте инструмент. Попробуем выучить мелодию. Она здесь сложнее. Чтобы мы. Давайте попробуем просто на слог ля. Ля-ля-ля. Чтобы текст нам сейчас не мешал мелодию выучить. Поехали. Вот с этого звука. Ля. Вдох. Ля. Сначала попробуем. День открылся на заре. Вступление. Еще разочек закрепим. Закрепим. Вот потом будете хвастаться. Ой, какую вы песню знаете. Сложную, большую, длинную. Запоминается вам песня? Какую-нибудь обратную связь? Скажите мне, что запоминается хоть немножко, а то, может, я тороплюсь, или наоборот, вы уже выучили. Хорошо. Ну что, ребят, у меня для вас вот такой вопрос. Кто это?